Так, мастера разыгрывают. Какая сторона вас интересует, Леш? И вы и сторону выбираете, прикиньте. Все, отлично. Ну, мы выиграем. Просто выиграете, и все. Да, вот этот весь план. Отлично. А что скажет Анкит? Анкит, какой план, да, на игру? Я буду подавать первый. Сильно. А дальше посмотрим. Е2, Е4, дальше посмотрим. Алексей, какой отлично. План на игру? Самый простой. Как можно сильнее бить по мячу. И как можно точнее. Отличный план, вообще, мне нравится. Леша, у тебя план на игру есть? Есть. Какой он? А? Какой план на игру? Принимать хорошо. О, отлично. Вот это первый четкий план я услышал, да, а то все какая-то ерунда. Победить, там проиграть. Все, давай. Счастливого приема. Итак, игра закончилась. Лешики 6-4 победили в сете. А тайбрейк 8-7 на решающем очке выиграла эта прекрасная пара Ульяна Анкит и два Алексея. Ура, ура.